Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы слушаем нашего друга Мельчера с треком «Мне хорошо». А, друзья мои, напоминаю вам о том, что у нас у меня уже 3 книги, которые выложены на Литрес. Скачивайте, читайте, рекомендуйте друзьям. У моего старшего сына Максима есть игровой канал. Мы есть в ВК. А также вы можете за 1000 рублей задонатить нам, и мы послушаем одну из ваших песенок. Если таких денег у вас нет, приходите в наш телеграм-канал, где за 30 рублей вы можете попытать счастье в колесе фортуны, и выиграет ваша песенка, и мы ее послушаем. Ну, а пока мы слушаем Мельчера «Мне хорошо». Друзья мои, дай Бог, чтобы нам всем было хорошо. Просыпаюсь в 7 утра, чищу зубы и гулять. Я не буду как вчера просиживать свой зад. Я решил, что это лето точно не просру, и поэтому сегодня честно не грущу. Я улыбаюсь водителю трамвая, слезы вытирая, не думая о том, что всех прохожих заряжаю оптимизмом и добром. Они палят на меня или держатся с трудом. Я клянусь, я отвечаю, это лето не просру. В лексиконе слово «грусть» я позитивом заменю. Я улыбаюсь. Замечательная песенка с хорошим посылом. Вот слушаешь такие песенки, и хорошо тебе тоже становится. Ну, слово не сдержал, видите? Но ведь главное в нашей жизни, чтобы не подстраиваться под ситуацию, а сделать так, чтобы тебе было хорошо. Но настрой тоже зависит. На кого похож Мельчер в этой песенке? Как вам показалось? Вот вообще, мне кажется, вот начало как пошло прямо Валентин Стрыкова. Оттуда прямо. Вот когда уходил в припев, уже был вроде не он. А вот в куплете прям он. Ну, кстати, ему идет быть в этом стиле. Все-таки хорошо я воспитала Мельчера. Правда, сынок? Мы молодцы. Просто сделали конфетку из пацана. Ты так же сказал, правда, сынок? Как будто к нему обращаешься. Вот. Сынок Игорёв. Сынок Игорёв. А что я хочу сказать? Давайте заценим его. Значит, что мне тут понравилось? Вообще мне все тут понравилось. Она, песенка, конечно, там нету такого вау, чтобы это. Но она получилась легкая, вот как у Стрыкова всегда, вот, и какой-то стиль его. Она по-летнему получилась. То есть в его песенке есть лето. Оно есть в словах, в смысле, и вот в атмосфере. То есть это же тоже важно уметь передать все. Это раз. Во-вторых, о чем он тут сказал? Что вот он несет позитив в мир. А мир дарит ему тоже. Поэтому я всегда говорю, друзья мои, несмотря на наши тяжелые времена, надо учиться не агрессию выплескивать в мир, несмотря на то, что творится в этом мире,
а пытаться дарить добро через себя. То есть мы должны сейчас, наверное, мы живем в это время для чего? Для того, чтобы уметь сохранить в своем личном «я» вот это добро, которое потом нам всем пригодится, и дарить его. Вот. И как бы у Мельшера вот это получилось. И атмосфера передана, и все. Вот. Ну и как бы и со смыслом, и с музыкой совсем хорошо. Поэтому сейчас мы его тут захвалим. Итак, ну, мне хорошо, тема раскрыта, единичка. Изюмчик, ну, был изюмчик, да. А по словам, ну, вот, ну, на 8 баллов там ничего такого не было, но был вот посыл на то, что иду и улыбаюсь, и мне в ответ и приходит добро, то есть вот о чем я говорила. Значит, по атмосфере на 9 баллов и на... Ой, нет, опять плюс забыл поставить. Атмосфера на 9 баллов, и музыка была легкой, атмосферной, поэтому, ну, как бы без претензий, ничего там особенного не было, поэтому 9 баллов. Если бы было что-то такое еще заковыристое, получил бы 10. Но атмосфера все выдержана, поэтому 28 баллов делим на 3. Мельшер получает 9,3 балла за свою песенку, за то, что ему хорошо. Вот смотрите, он спел песенку, ему хорошо, и нам сразу стало хорошо. А некоторые вот типа вот как типа кто там у нас обладает или еще чего, или Кизару, как споют, и сразу плохо, и сразу голова болит. А здесь он улыбается, а нам хорошо. Всем пока.